Всем здрасте, у нас опять встреча на тему сетевых протоколов в Linux. Нынче у нас Международный день дурака, 1 апреля, но никаких искрометных шуток мне в голову не пришло, поэтому обойдемся. Просто еще раз сломали bird.conf и был взрыв в проекте. Да, нет, я этого не делал. В общем, никаких, ну правда, ничего-то не до того. Вот. Я стал придумывать чего-нибудь и подумал, что ну нафиг. Ну вот, так что сегодня как-то обойдемся без искрометных шуток. Это не означает, что все должны без них обходиться. Вот. А разговор у нас довольно интересный с учетом движа, который устроил один из наших постоянных членов сообщества, нашего вот этого чатика, Андрей. Он там, значит, задал вопрос, как обходить НАТО. Вот. Чем сподвиг меня, например, на суточное исследование того, как обходить НАТО, я научился обходить НАТО. Вот. Об этом я даже сегодня расскажу, но, к сожалению, времени на то, чтобы рассказать обо всем у нас не будет, а на пальцах покажу. Если кому-то очень хочется, можно сделать такую спин-офф маленькую, такую что-то вроде лекции отдельно на эту тему. Значит, прежде чем начать, напомню, что я привык управляться с VirtualBox с помощью командной строки и команды в BoxManage. Вот, надо сразу сказать, что Allen Technology имеет место. Проблема с BoxManage состоит в том, что его нужно обязательно запускать, так же, как и VirtualBox, с перебитой локалью в английский. Иначе у вас внутри конфиг-файлов будут записи по-русски. Так устроен VirtualBox. Похоже, у них перевод происходит перед тем, как опарсится конфиг-файл. Вот. И, соответственно, все скрипты мои перестают работать, потому что они грепают что-то по-английски. Вот. Вы наверняка видели все эти команды, потому что я специально написал vbconnect и vbsnap таким образом, чтобы все команды VirtualBox выводились на экран. Вот. Modify vm – команда, которая позволяет изменять настройки vbox, clone vm – который делает клон, start vm – который запускает, control vm – которая умеет управлять уже запущенной машиной, в частности, ACPI power button down, power button татно выключает, то есть посылает события ACPI, как если бы на компьютере нажали кнопку power down, а поверов, control vm поверов просто вырубает напряжение, ну, выключает. Вот. Unregister vm удаляет машину из списка известных машин, а регистр vm минус-минус delete, значит, удаляет еще и файлы, которые, ну там, образ машины, вот это все. Если вы хотите написать хорошую, годную командную строку, никогда не делайте так, как делает VoxManage, у вас получится абсолютный монстр. Я продолжаю, ну вы понимаете, да? Вот, у вас получился абсолютный монстр, который все равно без документации запомнить невозможно. Вот. Хотя надо отдать должное этим ребятам, все, что вы можете сделать с виртуальной машины, можно сделать из командной строки. Вообще все. Надо только прочесть. Пришел человек и говорит, что он знает отличную шутку про TCP, но если до нас не дойдет, он повторит. Все так. Вот. Значит, да, а еще я завел репозиторий для сценария. Наконец-то, не прошло, не знаю, 4 лет, я наконец-то публикую сценарий на GitHub, вместо того, чтобы оттащить их к страничке. Да. Вот сценарий на GitHub, который Erase, по-моему, VB Scan Erase, он удаляет файлы машины прямо. Да. Ну, то есть он типа не просто их убирает из списка, они не остаются. Он регистр VM минус-минус делит. Вот. И я его как раз пофиксил, кто-то нашел багу, чуть ли не вы. А Рома, да, Роман нашел багу, что он, если у вас есть зарегистрированная до этого машина, там вот так вот написано set script, который ее тоже удалял. Сегодняшняя тема, да, еще что интересно, можно рассказать про VirtualBox, что чуть более, давайте посмотрим, что у нас есть, давайте мы их это удалим, вот. Да, так вот, если мы запустим VirtualBox, мы увидим, что в настройках этого самого VirtualBox есть, в настройках сети конкретно,
Есть такая штука, кнопочка Port Forwarding. Эта кнопочка Port Forwarding позволяет нам заходить по SSH снаружи внутрь нашего VirtualBox, если соответствующий интерфейс поднят. Для этого этот интерфейс должен иметь тип NAT. Сегодня мы про NAT поговорим. Почему это NAT? Но для нас с вами это всего лишь означает, что у нас есть, внутренний интерфейс на гостевой машине, и этот внутренний интерфейс каким-то образом, неважно каким, получает доступ в интернет, и с точки зрения вашей операционной системы, хост-системы, просто программа под названием VirtualBox ходит в интернет. А на самом деле это ваша операционная система внутри, на гостей это делает. Но чтобы попасть внутрь гостя, естественно, этого недостаточно. Мы ничего не знаем про сетевую структуру гостевой системы. И поэтому нужно делать так называемый проброс портов. В частности, каждый из клонов, которые делают с помощью WebSnap, включает такой проброс портов. Вот. На гостевой системе он, конечно, 22-й, потому что туда можно зайти на SSH, а на хост-системе это 2201, 2202, ну и так далее по списку. Вот. Значит, эта кнопочка «Проброс портов» у Port Forwarding, она так работает, что при запуске, при старте соответствующей машины у вас внезапно начинает слушаться, на этом порту начинает слушать какой-то сервер, и на самом деле он просто пробрасывает соединение внутрь. Давайте мы попробуем это сделать. Просто чтобы посмотреть, как это работает. Скажем, SRV, int нет. Вот, и запустим его. Вот. А тем временем посмотрим. Вот он. 2301. А, нет, 2301 это, извините, этот самый. Сейчас. Что-то я туплю. 2301 это консоль. Не здесь. Вот здесь. Ой. 2201 тоже. Я что, его не меняю, что ли? Неприятность. Ну ладно. Вот. В общем, туда можно зайти по SSH, по крайней мере, на первую запущенную машину. Кстати, надо будет как-то это поправить. Вот. Для этого у вас должен быть ключ. По паролю зайти нельзя, чтобы вы понимали. Вообще парольный заход по SSH это такая себе bad animal. Вот. Ну-ка. Что-то я не понял. А, еще бы я мог за нее зайти, у меня сеть там не настроена. Давайте настроим сеть. Кстати, а дефолтное подключение к SSH с паролем, оно имеет какую-то защиту от force пароля? Или вот мы как бы можем... От чего? От brute force пароля. Нет, никакую. Ну, то есть это вам нужно ставить специальный демон, который видит, что слишком много ломится неправильный логин, и просто добавляет firewall в blacklist, это называется. Забыл. Ну, короче, у меня на нескольких машинах такой стоит. Вот. А что-то там нету, наверное, туда зайти-то. А, я понял. У меня сейчас ключа нет. Конечно. Да. Вот мы сейчас притащим ключик. Вот он. И вот по этому ключику, вот по этому меня пустят. О! Вот. Вот эти сообщения означают, что у нас внутри нашей гостевой системы вообще не стоит пакет glibc localis, он занимает 20 мегабайтов, мне лень было, и я решил сэкономить. Вот. Поэтому переключить локаль в root F8 нет никакой возможности, локалей просто нет. Вот. Но, как видите, я зашел дистанционно после включения этой штуки. Вот. Если вы хотите
так заходить на каждую из ваших машин, не знаю зачем, но если хотите, вам нужно вот этот порт менять, да, вот он везде 2201, удивительно, что они не конфликтуют, вот. Вот командочка в WalkManage, которая умеет это делать. Вот. Вот это название, название самого правила форвардинга. Зачем оно нужно, не знаю. Ну, бог бы с ним. Давайте мы теперь поговорим про Network Address Translation, про, собственно, NAT. Заодно, может быть, поймем, почему такой тип настройки интерфейса, который позволяет вот так вот выходить в интернет с полпинка из наших гостевых систем, называется NAT. Да? Какое отношение к NAT имеет? Network Address Translation. Эта штука, преобразование сетевых адресов, как правило, она делается либо при выходе пакета из вашей системы, либо, наоборот, при входе внутрь. Вот. И при выходе fail to ban, спасибо, Антон Иванов подсказал, как называется демон, который банит неудачные попытки. Он называется fail to ban. Вот. Он просто смотрит прямо условно говоря, в syslog или там в journal KTL, вынимает оттуда сообщение определенного вида, вынимает оттуда IP-адрес и банит его через firewall. Все. Вот. Значит, как правило, исходящий NAT делается для того, чтобы внутри вашей сети можно было использовать всевозможные внутренние адреса, например, 10/8 или 192.168/16 и так далее. Да, и так далее. Вот. А при выходе в настоящий свободный интернет ваши пакеты получали совершенно другие IP-адреса, например, соответствующие, ну, внешние IP-шники. Вот. Это довольно легко проверить. Помните, мы с вами делали trace route? Вот. Вот у нас внутренний адрес наш вообще 10.2.15, следующий сервер 10.2.2, очевидно, это внутренняя сеть, следующий сервер 10.5, очевидно, это внутренняя сеть, 10.250, внутренний 10.250, внутренний бах, и следующий адрес уже 10.144. Вот этот адрес почти наверняка, вот, да точно, да, этот адрес уже принадлежит свободному интернету, и на выходе вот с этой машины, да, происходит трансляция адресов. В действительности она происходит еще как минимум трижды. Вот. Нет, еще как минимум дважды. Но мы об этом тоже сейчас узнаем. Как понять, а какой у тебя внешний IP-адрес? Без дополнительных усилий, в общем, никак. Но можно попробовать, например, открыть сокет и посмотреть. Нет, нельзя. Можно, например, зайти на какой-нибудь сайт, который показывает ваш IP. Или где-нибудь в интернете запустить какой-нибудь, значит, ну, давайте, вот здесь вот, да? Netcat, минус V, минус L, раз, два, три, четыре, пять, да? Только надо посмотреть адрес IP. Адрес не важен, мы его будем знать. Да? Запускаем здесь netcat grep cs msu.ru 1, 2, 3, 4, 5. Бл-бл-бл. И здесь нам должны были... Нет, тогда, наверное, минус dd еще. Минус d, минус d. Тоже нет. Может быть, сокат? Нет, неправильно минус D, минус D. Похоже, что сокат нужен. Ну, хорошо. Вот так, кажется. Чего?
Что я сделал неправильно? Что-то я туплю. А, через дефис. Ёлки-моталки. Все хорошо в сукате, но... О! Вот, смотрите. Мы считали, что у нас IP-адрес 10.02.15 как бы не так. Где-то между нами и машинкой grep.csmsro произошел NAT, и нам подменили адрес 10.2.15, наш выходной, на 10.5.1.211. Причем это произошло не сразу, потому что на той машине, на которой мы все это делали, вот, на вот этой вот конкретной машине, на Inspiron, там тоже IP-адрес не такой. А, нет, такой. Вот. Следовательно, после того, как мы послали какой-то пакет от машины СРВ с адресом 10.0.2.15, кто-то проделал преобразование этого адреса и вместо 10.0.2.15 использовал адрес нашего интерфейса на хост-машине, нет, вот здесь вот, нашего интерфейса на хост-машине 10.5.1.211. И именно с адреса 10.5.1.211 у нас произошло подключение. Как же оно тогда работало? Ведь сукат отсылал ответные пакеты в этом TCP подключении по адресу 10.5.1.211. Кто-то должен был запомнить, что такое подключение установлено, и преобразовывал обратно 10.5.1.211 именно в 10.0.2.15. Только после этого этот неткат начинал работать. В этом суть того, что называется Network Address Translation. Вот. А именно в том, что в пакете подменяются IP-адреса сначала туда, а потом обратно. Второй вариант NAT-а, трансляции сетевых адресов, это входящий NAT. Он используется для более тонких вещей. Значит, исходящий используется для того, чтобы подменить внутренний диапазон на внешний, а входящий NAT используется для того, чтобы принять соединение на некоторый порт, некоторый IP-адрес, а потом на основании, например, порта решить, какому из внутренних хостов переадресовать это соединение. То есть исходящий NAT, когда мы устанавливаем соединение наружу, запоминает соответствие, откуда оно было установлено, с кем и какой IP-шник и порт надо для этого использовать. А входящий NAT, наоборот, когда мы принимаем соединение, мы выясняем, куда на самом деле надо перенаправлять эти соединения, которые пришли на наш интерфейс. Вот. Но мы пока что будем говорить про исходящее. Когда-то давно в утилите IP-Route 2 был NAT. То есть безо всякого фаервола, без ничего, мы просто брали в IP-стеке приходящие TCP-пакеты или IP-пакеты, подменяли в них IP-адрес и шлали их дальше. Вся эта штука уже не работает. Давным-давно. Это все, так сказать, вся вот эта вот фигня, я ее привожу только для исторического, так сказать, контекста. Вот. Идея стоит в том, что если у вас есть, условно говоря, там 10 внутренних адресов и 10 внешних адресов, то их можно один к одному друг другу приравнять. Ну, просто мы подменяем один адрес на другой каждый раз. Когда мы получаем ответ, мы просто другой адрес подменяем на один каждый раз. Итак, вот это называется NAT один к одному, табличная подмена. В общем, очень простой механизм, который никому не нужен. Потому что, как правило, внешних IP-адресов у нас очень мало, а внутренних очень много. Вот. Максимум, что мы можем добиться, вводя NAT один в один, это когда нам нужно один конкретный сервер выставить под одним конкретным IP-адресом отдельно для него, значит, зарегистрированным, просто у него, он стоит внутри нашей DMZ, то, что называется демилитаризованная зона, у него внутренний IP-адрес, вот надо сделать преобразование просто вот под такой подмен. Но проблема стоит в том, что подмена IP-адреса один на другой на уровне IP – это очень плохая идея. Если вдруг в наш пакет, например, в пакет входят какие-то контрольные суммы, которые в том числе считают IP-адрес,
Эти контрольные суммы все повалятся, их надо пересчитывать. Вот. Такая проблема была у IPsec, самой первой версии, IP Security. Они пытались зашифровать IP-адрес лейера, ну и, понятное дело, после чего вся контрольная сумма валится. Ну вот, в общем, никто не делает. Вернее так, с помощью IP-Route 2 уже давно-давно нельзя сделать NAT, и NAT 1 в 1 – это очень специфическая штука. Фактически это частный вариант NAT 1 в много. Много в 1. Вот. В случае, если у нас несколько внутренних IP-адресов и один внешний, возникает вопрос. Вот у нас есть две машинки. Машинка А и машинка Б. У нас есть исходящий IP-адрес для них одинаковый C. Машинка А установила соединение с Гуглом. В процессе исходящего трафика ей был подменен адрес А на адрес C. Google получил запрос от адреса C, он ответил на адрес C, адрес C был заменен обратно на A, и наша машинка A получила ответ. Теперь то же самое делает машинка B. Google внезапно получает запрос от адреса C. На каком основании ответ от Google будет, в ответе от Google адрес C будет заменен на B, а не на A? Правильный ответ? Неизвестно. Потому что если мы имеем дело только с IP-пакетом и больше ни с чем, мы не можем предсказать по просто вот IP-пакету, не зная ничего другого, а что, собственно, кто, собственно, был изначально инициатором этого пакета. На нем не написано. Ну вот, это значит, что для того, чтобы составить табличку хост А, обратился к хосту B, значит, когда хосту C, ну, к Гуглу, хосту G, да, значит, когда хост G ответит, надо возвращать пакет хосту A, помимо IP нужно еще что-то знать. Самый простой способ, конечно, это TCP. В случае TCP вариантов, как бы, ответ лежит на поверхности. У нас в случае TCP-соединения, вы помните, у TCP-соединения идентификатор состоит из 4 чисел. Порт отправителя, IP отправителя, порт получателя, Google, в смысле IP получателя, Google и порт получателя, не знаю, 80 или там 433. Вот на основании этих 4 полей отлично можно запомнить, что машина А, порт машина А там с адресом А, с порта соответствующего, подключилась к Google на соответствующий порт. И при этом подключении использовался порт отправителя такой-то. Поэтому, если мы получим ответ от Гугла на порт отправителя, значит, его надо транслировать в машинку А. Ну, давайте это прямо посмотрим. А то что я пальцами размахиваю? Для этого нам нужно... Отсюда можно уходить. Для этого нужно создать еще одну машинку. На всякий случай сделаем ее с двумя сетями. Вот. А, нам придется сделать с двумя сетями, скажу почему. Так, вот эта машинка будет делать NAT, а вот эта машинка будет клиентом, который за NAT. Вот. Вот у нас есть, значит, 3 машины в данный момент. СРВ подключен к интернету, роутер на 2 стороны, интернет и дипнет, и клиент подключен к дипнету. Вот. Наша задача настроить на роутере исходящий NAT, чтобы СРВ не различал пакеты, отправленные отсюда и отсюда. Тем не менее, они как-то преобразовывались и раскидывались. Если, значит, роутер совершает соединение, то это одно, а если клиент, то это другое. Напоминаю страшный хак.
скриптов-то нет, который я, скрипя сердце, решил демонстрировать на лекциях. Он автоматически настраивает все поднятые интерфейсы по знанию того, как назывались виртуальные сети. Да, просто по первой букве. Это И, а это Д. Вот. Здесь та же самая история. Вот. Это D, это I. Вот. А вот этот номер, это по номеру порта, по которому мы коннектимся. 2301, 2302, 2303. D, третий хост. То есть число в конце – это просто номер машины вот, в порядке их задания. Вот. Обращаю ваше внимание на то, что это результат работы ВБСНАПа, который прописывает в нужные места эти параметры там, в недра мозга биоса VirtualBox. Вот. Я про это чуть-чуть написал вот, на страничке со скриптами. Ну вот. И вот сейчас мы будем городить NAT на роутере выходящий. Да, и еще он по умолчанию включает этот самый... IP forward, да-да-да, IP4, да. Потому, ну, на всякий случай. Прописывание идет прямо куда-то в BIOS? Я просто думал, что там условно, в ваш, в какие-то вот... Смотрите, как мне передать информацию внутрь виртуальной машины, в которой не настроена сеть? Правильный ответ? Никак. Надо как-то саму машину запустить таким образом, чтобы у нее при старте уже где-то что-то было такое написано. Вот. И это что-то такое называется BIOS, точнее NVRAM. И в этом NVRAM информация о системной плате, system information, system board, а нет, system, о машине в целом. Видали? Вот. А еще есть так называемый SKU number, я даже не знаю, что такое SKU number, я только знаю, что я туда записываю вот такое. Ну, это осталось это только распарсить, да, взять первую букву, вот. Да, ну, я же говорю, страшный чит. Вот. Работает только на VirtualBox. Ну вот, значит, что мы хотели? Мы хотели запустить, тупо запустить, значит, во-первых, сказать iproad, не будем запускать bird, а просто запустим add default via 10.9.01. Кстати, довольно удобно запоминать первая машина, первая, вторая, вторая, вот это вот все, да? Ну и здесь тоже. IP route add default via 10.4.0.2. Вот. Она даже сейчас будет работать. Чё? А. 10.9.0.1. Нет, не работает. Что я делал не так? Так работает, а тут что? А, да. Да. Вот здесь надо добавить туда. It works. Но в данный момент, естественно, мы видим трафик, исходящий непосредственно от клиента, никак не преобразован, никакого НАТа мы еще не сделали. Вот. Оп. Что произошло? Что-то он задумался. А кто же ему отвечает-то? Что случилось-то? Эй, ты! Так не должно быть.
Что-то ну как-то тормозит. И на Ctrl-C не реагирует. Что я сделал не так? Ладно. Тут, кстати, пинг должен был сдохнуть. Он сдох. Так, ну. А, роут, да. Десять четыре ноль ноль слэш двадцать четыре виа двадцать четыре виа десять девять ноль два, да? Так, ну что, тебе дам, ты будешь работать или как? Во, все, заработало. Не знаю, что там произошло у меня. Ну вот, значит, обратите внимание на то, что сейчас у нас от клиента приходит пакет именно от 10.4.0.3. Теперь, значит, мы включаем NAT. Для включения NAT мы воспользуемся волшебной таблеткой, о которой мы уже говорили несколько раз в предыдущие времена. Вот, пока что не разбираясь, что она делает внутри себя и чему она принадлежит. Более того, в лекции про межсетевые экраны мы будем заниматься другим межсетевым экраном, не IPTables, а NFTables, просто потому что мне так хочется. Вот. Ну и тем не менее, IPTables минус A, минус T, NAT, NAT, минус A post-routing, минус t над, минус g masquerade, минус g маленькая, masquerade. Вот. Значит, если коротко, здесь написано, нет, здесь плохо написано, минус o etage 1, видимо. Вот теперь здесь o. Вот теперь здесь хорошо написано. Значит, если коротко, здесь написано следующее, что после того, как вся обработка пакетов будет сделана, включая принятие решения маршрутизации, если этот пакет будет вылезать через интерфейс ETH1, то на него применяется специальная техника masquerade. Masquerade – это NAT, который смотрит, а какой же в данный момент у нас на ETH1 IP-шник, и преобразует проходящий пакет, у него преобразует IP-шек в этот IP-шек внешний, и от него уже происходит соединение. Он преобразует тот IP, который на ETH1. Да, да, который написан на ETH1, совершенно справедливо. Вот. Ну, давайте тогда начнем с пинга. Пинг, видите, продолжает идти, но мы внезапно видим, что пинг идет от 10.9.0.2. А не от 10.4.0.3. Вот раньше он шел отсюда, знаете. Значит, кто-то эту подмену сейчас производит. Понятно, кто. Это делает роутер. Давайте мы посмотрим, что сам роутер думает на эту тему. По-моему, это вот минус L большое. О! Видите, значит, контракт – это connection tracker. Это та самая таблица, динамическая таблица соответствия ушедших пакетов для того, чтобы их принять и понять, кому они приходят. В данном случае она не про TCP. Про TCP мы уже договорились. Порт отправителя, да? Адрес отправителя, порт отправителя, адрес получателя, порт получателя. Вот эти четыре запоминаются. В случае ICMP все, в общем, просто. Мы помним, что у ICMP есть идентификатор и номер в последовательности. Когда мы посылаем пинг, у первого пинга будет некоторый ID, и еще номер в последовательности 1. У второго пакета будет тот же ID и номер в последовательности 2, ну и так далее. Кстати, мне кажется, что если мы заново запустим пинг, то там идентификатор на единичку увеличится. Да. То есть он еще как-то внутри себя запоминает, сколько раз вообще пинг запускали. Вот. И у нашего маршрутизатора, нашего NAT, ровно эта информация и записана. Смотрите, исходящий 10.4.0.3 – это клиент. Пакет был направлен на 10.9.0.1. Type 8 – это ICMP.
Это был ICMP-пакет. И у этого ICMP-пакета был ID 6. Соответственно, мы подменяем source адрес на 10.9.0.1, на наш внешний, который у нас на этаж 1, зная, что когда нам вернется ICMP-реквест, ICMP Type 8 request с ID 6, мы его протранслируем внутрь. Никакой другой при этом работать не будет. То есть протокол уровня IP тоже можно таким образом пропустить через NAT, но надо в дополнение к адресам знать хоть что-нибудь, например, ICMP ID. Такая же история с этим самым, с TCP. Давайте на него посмотрим. Так, да. Да. Вот сейчас по факту того, что я запустил Netcat, там же это же TCP, будет установлено соединение, и мы с вами увидим вот здесь вот, обратите внимание, он уже удалил эту connection tracker, уже удалил эту запись, потому что они живут очень недолго. Вот. Если я сейчас нажму Enter, то по факту установления соединения, пожалуйста, что написано в connection tracker? Во-первых, что это TCP. Во-вторых, что там уже проигралась вся последовательность, весь трехуровневый рукопожатие, что это установленное соединение, а не, он не в процессе. Вот. И это установленное соединение, у него исходный адрес такой, source port вот такой, destination port 1, 2, 3, 4, 5. Обратите внимание также на то, что source port у пакета, который 10.9.0.2, тоже 1, 2, 3, 4, 5. Вообще-то это не обязательно. Ну, потому что если, например, я установлю несколько соединений, да, или у меня много-много клиентов, вполне может быть, что этот соус-порт будет уже занят. Ну, представь себе, что у меня 1000 клиентов за NAT. А чей это соус-порт? Вот первый понятно. Это внешний соус-порт. Это то, что будет написано в пакете, который уходит роутера. И он может быть не равен 1, 2, 3, 4. Это роутер перешлет дальше на SRV пакет, у него будет... Это он ожидает такое... Простите, пожалуйста, да, они поменялись местами. Он ожидает в обратную сторону такой пакет. Что у него будет source port 1, 2, 3, 4, 5, отсюда ответ. А destination port будет 3, 7, 5, 8, 2, именно такой же, как был здесь. Вот, извините. Все правильно. Вот. Но, еще раз повторяю, в принципе, это не обязательно. Мы можем транслировать не только IP-адрес 10.4.0.3 в 10.9.0.2, но и порт. Например, потому что у нас таких соединений на нашем маршрутизаторе 1000, и нужный порт просто случайным образом оказался занят. Почему нет? Вот. Но именно IP-tables ведет себя так, что если этот порт не занят, то он предпочитает порт не исправлять. Ну вот. Ну и, собственно, вот мы можем теперь поговорить, да, с клиентом, даже несмотря на то, что вот... А вот, кстати, в обратную сторону, да? А, нет. Это UDP. Это DNS. Кто-то решил что-то раздейнесить. Но он, видите, говорит, на UDP нам никто не ответил. Никто нам не ответил на UDP. Мы послали, а он не ответил. Вот. Ну, кстати, можно и ответить. Это, кстати, еще одна тема. А с UDP что делать? UDP вроде бы имеет порт отправителя, порт получателя, адрес отправителя, адрес получателя. Но UDP — это датаграмма. Никто вам не обещал, что если вы послали туда датаграмму, у которой есть порт отправителя и порт получателя, то вам на этот порт отправителя придет ответ. Это не свойство UDP, это свойство прикладного протокола. Большинство UDP прикладных протоколов, которые вообще подразумевают хоть какой-то ответ, устроены именно так. Например, DNS. Давайте это посмотрим. Мы можем сказать dig, ну не знаю, vv.ru at 1.1.1.1. Вот. Давайте даже тут cpdump запустим. Минус и этаж 0.
А, тогда надо запустить. Во. Так, убедимся, что контракт... Что там? Во, пустой. Жмяк. Что-то мне не хочет он отвечать. А почему? Что я сделал не так? Вот он, UDP-запрос пошел. А здесь он почему-то не хочет. Так, мы видим ответ от 111. Вот. Нет, тут куча всего. А я не понимаю самого запроса. Тайм-аут говорит. Ладно, пробуем еще раз. А, нет, должен работать. Ну, давайте попробуем еще раз. Что-нибудь дать. А, так мы сейчас этаж один слушаем. Вот он пошел куда-то наружу, а ответа ему не пришло. Как так? Я не понимаю. А, я понимаю. Маскарад есть. Default via. Странно, это странно. Давайте посмотрим, хотя бы этот сюда-то пакет проходит. А 10.022 это что? 10.022 это вот тот самый несуществующий хост внутри мозгов VirtualBox, который делает следующий уровень NAT для нас. А-а-а. Вот. Это когда мы интерфейс называем NAT, внутренний VirtualBox образуется несуществующий хост 10.22, который делает за нас NAT, нам раздает DHCP, и тут все он делает. Так, ну что, пробуем еще раз. Так. Ничего нам не пришло на этаж 2. Что я делал не так? Расскажите мне. Вроде все нормально. Вот он отсылает. И он... Тут все хорошо. А может там как в позапредыдущей домашке проблема с тем, что 1.1.1 в принципе недоступен? Хороший вопрос. Вы там просто писали что-то про то, что если там какие-то... Да, давайте попробуем. Нет, 1.1.1 доступен. Что я делал неправильно? Вот расскажите мне. Вот он даже послал запрос. Default will 10.9.0. А на SRV IP route table какой? Давайте посмотрим. Да вот вроде всего... Проблема в том, что он уже здесь не видит его. Вот смотрите. Почему-то он сюда его не... А! Нет. Говорят, маршруты не прописаны. Да вроде прописаны. Сейчас, там у нас дефолт наружу есть. А нам не нужен дефолт наружу. А на 4 тоже есть, через 9. Вот. По идее, это пинг идет? Да, через 9.02 есть. Пинг-то идет у нас. А, ну сейчас внутрь пинг идти не должен, да, потому что у нас... Сейчас, ладно, давайте чуть-чуть потупим. Тут работает. Так. Тут приходит этот запрос. Да, вот он. Прям он пришел. А почему он не ретранслируется? Что я сделал неправильно? Он ретранслируется. Так, ну давайте еще разок. Вот он ретранслируется. Но почему-то нам не отвечает. Вот что это за безобразие? Хорошо. А может, СРВ не подменяет? Он же тоже должен подменять.
Должен. Там все. Вы видите, он все подменил. Так 9.0.10.9.0.2 в итоге. Ну, так и должно быть. Это именно это роутер, это 10, это именно этот адрес. Но сам ТСРВ тоже должен подменять. Это не мы делаем. Нет, это не. Он должен. Да. Да, вы правы. Вы правы. А то с этим. Все, правильно, спасибо. Сейчас это сделаем. В чем была проблема, если кто не понял? Нам нужен еще один NAT. Мы не можем выпускать в интернет пакет с адресом 10.9.0.2. Нам на него никто не ответит. Кто его будет натить за нас? Никто не будет. За нас натит только пакет, который вот, короче, все, вы правы. Отлично. Чувствуется, что у вас есть в этом некоторый опыт. Только этаж 0. Да. О! Вот теперь будет работать. Я надеюсь. Ну-ка. Оба-на. Работает. Вот он. Значит, вот он, UDP-пакет на 53-й порт. Когда он уходил, у нас тут был source порт непонятно какой, 53-й порт, да, и мы ожидали ответ с 53-го порта на 45009. Вот этот факт, что в нашем connection-трекере завелось правило подождать ответа ровно на этот порт с 53-го, базируется на том, что, вообще говоря, у DNS так работает. Он посылает в одну сторону датаграмму и получает в ответ. В принципе, ее может не быть. Но, как показала практика, любой UDP-пакет, отосланный через AppTables, оставляет на очень недолгое время за собой вот такую запись, что он ожидает ответа на source port со стороны destination порта. А первый UDP — это вот broadcast какой-то? А это вообще какой-то 68-й порт, я не знаю, что это такое. Там destination адрес? А, source? 67, да? Давайте посмотрим. А, это будет это DHCP. Будпэ, то, что называется. Это попытка настроить Ethernet-интерфейс по протоколу DHCP. То, что делает DHCP-CD на CSRV. Ну вот. Вот, значит, примерно мы пронаблюдали, как это все устроено. В том числе, значит, идея состоит в том, что разные протоколы, сами протоколы могут иметь внутри себя какую-то дополнительную информацию, отражающую в connection-трекере, после чего, даже несмотря на то, что у нас внешний IP-адрес у всех одинаковый, ответы на этот внешний IP-адрес, можно понять, кому они предназначались из внутренних. Вот. Ну, какой-нибудь NTP-протокол, Network Time, у него тоже есть originator timestamp, причем это поле originator timestamp, оно даже не в... не только в порт, а это вообще прикладной уровень. То есть умный NAT умеет залезать внутрь прикладного уровня NTP-пакета, видеть там таймстемп, и этот таймстемп, значит, смотреть. Вот. Ну, про пинг мы с вами видели, что там есть сериал, ну и так далее, и так далее. Вот. Еще раз. У нас может быть коллизия... в том числе, значит, и портов, и даже sequential номеров. Если у нас один внешний IP-адрес и много-много-много активно коннектирующихся клиентов, и мы без раздумий просто берем порт отправителя и sequential номер отправителя, и в таком же виде мы передаем дальше, и заводим соответствующее соединение у нас на наружном порту, у нас может быть коллизия и по порту. Допустим, у двух внутренних хостов случайно выпал один и тот же порт отправитель. Редкость, но может быть. А еще они могут специально это сделать.
Вы же можете указать порт отправителя, когда заводите клиент сетевой. Вот. И еще большая редкость, но тоже может так случиться, что совпадет sequential number. Вот тот отправителя. Поэтому у крутых фаерволов, например, в фаерволе, который называется PF, Packet Filtering, семейство BSD, который OpenBSD-шник написали, но он сейчас во FreeBSD есть, кажется, нет BSD тоже. Есть такая штука, как ретранслятор TCP-соединения, который проигрывает все TCP-соединение заново с внешним IP-адресом, с новым портом отправителя, с новым sequential number, а потом просто туда-сюда их ретранслирует и подменяет в этом соединении и sequential number, и порт. А у нас, если произошла коллизия, то есть, получается, ответ придет на два хоста тогда? Нет, если у нас произошла коллизия, ну, скажем так, вот в случае IP-tables, если у нас произошла коллизия, во втором из этих соединений просто будет выбран другой порт отправителя. Вот, просто другой. Вот. Коллизия sequential number – это очень-очень редкая ситуация на самом деле, потому что он здоровенный, выбирается случайно, ну и так далее. Пожалуйста, дайте ссылочку на ссылку страницы. Огромная благодарность программисту. Ничего не понимаю, но в титуле нашего стрима есть ссылка вот на это все. Прямо вот ровно в описании стрима. Ну вот, значит, про это мы уже говорили. SNAT при отсылке наружу, например, вот. Да, еще слово masquerade конкретно в IPTables, в отличие от, собственно, SNAT, имеет некоторую хитрость. В случае, когда вы пишете прям SNAT руками, нам нужно писать еще to source и говорить, какой, собственно, IP-адрес надо подставлять. А когда вы говорите masquerade, каждый раз, когда устанавливается это соединение и connection tracker организуется, firewall сам смотрит, а какой у нас в данный момент IP-адрес нашей сетевой карточки, и подставляет его. Иногда бывает нужно, например, если ваша сетевая карточка настроена по тому же самому DHCP и может быть перенастроена в любой момент на другой IP-адрес. Такое бывает. Вот. Но в этом смысле мы скорее чуть-чуть медленнее, чем SNAT. Вот. DNAT, еще раз, при приеме пакетов, когда у вас машина одна, работает между тем экраном, она принимает соединение, ну, скажем, на 80-й порт, но на ней нет веб-сервера. Ну, зачем веб-сервер на между тем экране? Она просто приняла соединение на 80-й порт, с помощью DNAT подменила адрес на внутренний какой-то, и там у вас веб-сервер стоит. И туда, значит, перенаправила соединение. Вот. Вот это примерно так выглядит, если прям IP-тейблсом писать, да? Прероутинг, то есть только-только приняли пакет, еще не приняли решение о том, куда он маршрутизируется, из такого-то интерфейса, ну, скажем, TCP-пакет, и на такой-то порт, скажем, на 70-й, DNAT, Destination NAT, преобразуем адрес на внутренний адрес. А можно и на внутренний порт, например, и вы приняли адрес на порт, там, не знаю, 1, 2, 3, 4, а на самом деле это 80-й. Или, наоборот, приняли на 80-й, а на самом деле это порт, там, 1, 2, 3, 4 у какого-то внутреннего сервера. Ну, вот такие дела. Вот. Если кому-то хочется посмотреть, как вообще работать с фаерволом IPTables, есть прекрасная статья «Основы IPTables», даже цикл статей, и в частности, вот статья «Таблица NAT» посвящена NAT-у. Вот. Мы с вами в лекции про межсетевые экраны будем работать не с FPTables, а с NFTables, поэтому имейте в виду. Значит, утилита Contract, а еще есть специальные псевдоустройства. Вот тут. Сейчас давайте посмотрим. Вот. Как видите, разница, в общем, невелика. Только что PV4 написано. Вот. И это вообще, видите, в каталоге PROS, мы помним, что в Linux в каталоге PROS лежат так называемые псевдоустройства, то есть такие как бы файлы, к которым можно обращаться как бы файлом, а на самом деле это чисто программное что-то, которое предоставляет нам информацию, ну, например, цепу инфо какой-нибудь.
Да? Это все не файлы, это все такие псевдо-штуки, в которых ядро вставляет информацию. Ну вот IP-стек ядра вот в эту нафыканный контракт вставляет вот эту информацию. Вот, тут спросили, зачем IP-tables, если есть NF-tables? Ответ – ни зачем, надо пользоваться чем-то одним. Просто в случае IP-tables надо делать с одной командой, а в случае NF-tables – двумя довольно обширными конфиг-файлами. Вот. А тут одна команда, только для этого. Как таблетка. Вот. Теперь, значит, настала пора немножко поразводить руками, немножко бла-бла. Значит, я, к сожалению, когда готовился к этой лекции, посчитал, что если мы сейчас будем делать это еще и на виртуалках, то нам не хватит времени. Вот. Поэтому следите за руками, будет бла-бла. В чем идея? Предположим, у нас есть две машины, обе за NAT-ом. То есть их IP-адрес неизвестен, а известен только... Ничего не известно. И эти обе машины хотят друг другу пересылать пакеты каким-то образом. Какие есть варианты? Вариант первый. Зарегистрировать третью машину в свободном интернете, пересылать все пакеты ей, а она будет, ну, подключиться к ней по TCP, разумеется, и пересылать все пакеты ей, и она будет пересылать дальше. Вот. Проблема, есть такой даже протокол, он называется TURN. Он называется TURN. Вот. Traversing using relay. Все через релей. Ну, главная проблема, что мы нагружаем этот несчастный сервер, потому что он просто все пакеты пересылает. Еще один вариант – это проброс портов вот в том стиле, в котором мы сейчас настраивали этот самый VirtualBox. Мы просто принимаем соединение на некоторый порт, а на самом деле отсылаем его вовнутрь. Проблема стоит в том, что вы можете не быть администратором этого маршрутизатора. То есть вы не являетесь администратором того места, где NAT, а вам хочется все-таки как-то обменяться пакетом. Я сначала сказал Андрею, что так нельзя, он меня потыкал носом в протокол STUN. Я посмотрел в этот протокол STUN и понял, что он иногда работает. Значит, для простоты будем говорить исключительно про UDP-пакеты. Мы помним, что у UDP-пакетов есть порт отправителя, порт получателя, адрес отправителя, адрес получателя у обоих. Мы также помним, что вообще говоря, получатель не обязан отвечать отправителю, используя порт отправителя в качестве, внутри своего UDP-пакета, потому что UDP вообще не предусматривает какой-то ответ. Но мы также помним, что часть фаерволов, в частности IP-tables, видя UDP-пакет, у которого есть адрес отправителя, адрес получателя, порт получателя, на некоторое время организует запись в connection tracker, что сейчас придет ответ на этот самый порт получателя от того самого отправителя. Вот если ваш firewall работает так, то протокол STUN будет работать. И вот как. Можно еще секунду? То есть у нас какая проблема возникает? Что если у нас за NAT, если у нас находится два хоста, и они за NAT-ом, то мы не можем пересылать одного пакета другому. А как вы это сделаете? Ну, у нас буквально сейчас был SRV, стоит за NAT-ом у роутера. Да. И это отправляем на SRV пакеты. Правильно, но это один NAT. А, то есть если у нас два NAT-а... Ну, смотрите, вы в вашей корпоративной сети, в вашей машине адрес, например, 10.0.0.1. Ваш товарищ в своей собственной корпоративной сети, и у него на машине адрес, ну, например, 10.0.0.1, потому что это другая сеть корпоративная. Все. Понимаете, да? Вот. Соответственно, первое, что нужно сделать, конечно же, это нам третий сервер все равно понадобится, вот этот STUN-сервер. Мы к нему, конечно же, подключены, но мы не наваливаем на него весь наш трафик. Мы только узнаем у него две вещи. Первое. IP-адрес того второго НАТО. То есть, если мне придет какой-то пакет, какой у него будет отправитель? Да? Это первое, что мы должны узнать. И второе, предсказать порт, с которого этот пакет придет. Вот если мы узнали порт отправителя и адрес отправителя
преобразованные на NAT-сервере узнали каким-то образом, например, через третью машину, то мы можем попробовать сделать следующее. Клиент, который хочет установить соединение, говорит, я хочу установить соединение с клиентом 2. Клиент 2 об этом узнает, о том, что с ним хотят установить соединение. Он говорит, окей, я отправляю на центральную машину, отправляю некий UDP-пакет с портом отправителя моим внутренним и IP-отправителя моим внутренним. На NAT образуется правило. Координатор говорит, слушай, значит, те пакеты, которые тебе будут приходить, они на самом деле вот с такими, такой у них порт отправителя, такой IP-отправитель. И эту информацию отправляет клиенту 1. Клиент 1 делает то же самое. Он такой же отправляет пакет на координатор. Образуется правило соответствующее. Координатор эту информацию отправляет клиенту 2. Теперь клиент 2 и клиент 1 знают, во-первых, порты, во-первых, IP-адреса NAT-ов, а во-вторых, порт, который был им назначен, когда они отправляли вот этот UDP-пакет. Тут вступает, в свою очередь, еще один акт черной магии, который стоит в следующем. Многие фаерволы, если вы отправляете вот здесь вот, используете порт отправителя, ну, скажем, 4000, и внешний порт отправителя, ну, скажем, стал 6000, то если вы сейчас отправите такой же пакет с портом отправителя 4000, но на другой IP-адрес, то внешний порт тоже будет 4000, он сохранится. Вот если это условие выполнено, это значит, что мы послали сначала пакет нашему центральному серверу, запомнили порт, который будет нам выдан, IP-шник, который нам будет выдан. Дальше. Послали пакет уже на тот NAT. Тут в скобках скажу, главное, чтобы он не дошел, чтобы правило образовалось, а от луп с той стороны не пришел. Но это не важно. У нас образуется еще один контракт. И это уже то, чем мы будем пользоваться. Смотрите, IP-отправителя, получателя в данном случае, порт-получателя, на NAT-отправителя, порт остается тем же самым, потому что так работают современные NAT-ы, а IP-NAT-а – это IP-NAT-а. Клиент в ответ делает то же самое, он тоже посылает такой пакет, там тоже образуется вот такое правило, и если внимательно посмотреть на эти правила, окажется, что мы можем смело слать вот сюда UDP-пакеты, и они будут транслироваться вот сюда, туда-сюда, туда-сюда. Главное не просрочить этот момент, потому что, как вы видели, для UDP очень недолго живет эта штука. Такое дело. То есть сейчас у нас у хоста при отправке UDP-пакета он пишет свой IP-шник, и некий порт, и этот порт как бы сохраняется. Порт в source, а в destination он записывает NAT, да. Чужой. Да, и порт на этом NAT, который он узнал через третий сервер. С этого момента они могут обмениваться UDP-пакетами, вообще не трогать третьего сервера, потому что на каждом из них есть вот такое правило. Это стало возможно, потому что вот этот порт не поменялся. Это тот же самый порт, который был выделен, когда мы посылали такой же пакет, но на центральный сервер. Мы этот порт узнали и сделали предположение, что если мы пошлем такой же пакет не сюда, а на соседский NAT, то порт не изменится. А как потом соседский NAT понимает, кому... А у него такое правило написано уже. Так у него это правило написано. Они же послали эти два пакета? И там записались эти правила. Все. Вот. Я даже сделал такой пример вот с этими 5 машинками. И это, кстати, очень просто. Если мы делаем такую модель на наших виртуалках, то там... Да-да-да-да. Вот. Тогда можно его и совсем убрать. Все. Вот. Не, ну просто непонятно, чел пришел. Вот. Так вот, поскольку в наших схемах вообще все супер просто,
там сохраняется и порт отправителя, и адрес отправителя, нам вообще не нужен третий сервер, вот этот стун. Он нужен только для того, чтобы первый пакет не дошел до получателя. Потому что если он дойдет до получателя, там сгенерится ICMP-режект, этот режект получим, и умный connection-трекер скажет, не, нет никакой коннекции. Вот. Первый раз мы просто посылаем пакет source port 4.3.2.1 на порт 1.2.3.4, и TTL ставим его 2, он доходит до стана и там отваливается. Вот. А на клиенте и того проще, нам уже не нужно посылать. Мы посылаем ему как бы ответ, у этого уже есть правило, он его получает, здесь заводится правило, они начинают обмениваться пакетами. Это работает. Такие дела. Вот. Значит, на самом деле вот это решение от FreeBSD PF о ретрансляции TCP-соединения помогает еще от одной штуки важной. Важная штука состоит в том, что есть такой вид атаки, называется Synflood атака. Дело в том, что на обработку TCP-соединения в ядре, в общем, выделяется память. Ну, вы понимаете, да, вот некий блок памяти, в котором будет вот IP-шник получателя, порт получателя, вот это вот все, ну, статус флагов, память. Поэтому если взять и миллион раз открыть TCP-соединение с вашей машиной, то есть послать ей самый первый пакет SYN и дальше ничего не делать, то там в течение целого TCP таймаута на вашей машине будет занят вот этот блок, занят порт, вот это вот все. То есть соединение как бы началось, но оно еще не установлено. При этом вы можете дальше ничего не делать, как атакер. Да? Вы не можете вообще сами никакого TCP соединения, ничего не открывать. Просто шлете SYN на пакет с SYN на атакуемую машину, и у нее так IP-стэк. В смысле, память под TCP. Вот. Нормальные фаерволы умеют с этим бороться, более или менее, ограничивая скорость приема этих самых синов и так далее. Но понятное дело, что это фаервол в одном месте, а клиент, который мы защищаем, в другом месте. Поэтому ретрансляция TCP-соединения на таких фаерволах, вот как в PF, происходит следующим образом. Фаервол принимает син, фаервол отсылает ACK, фаервол принимает SYNACK только после того, как SYNACK принят, то есть TCP-соединение установлено, он проигрывает все вот это по отношению к вашему серверу. Он такой внешний, серединный человек между двумя рукопожатиями. Да, да, совершенно справедливо. Соответственно, у него свои, вполне себе свой порт и свой sequential number, но зато, если в процессе этого трехуровневого рукопожатия произошел какой-то фейл, например, потому что нас просто синфлузит, да, клиент этого просто не увидит. Вот, такое дело. Но да, да, новый CQN нужен, потому что, понятное дело, к тому моменту, когда мы отвечаем предположительному атакеру, отвечаем свой ACK, понятное дело, мы еще не знаем, что на это ответит наш клиент. Мы его sequential number не знаем. Поэтому нам нужно каждый раз при этой трансляции, значит, подменять sequential. Вот. Еще одна тема у нас – это обработка трафика. Сразу скажу, что трафик шейпинг – это прям можно запилить спецкурс на семестр по трафик шейпингу. Ну, правда, не мне, я не умею это настолько. Потому что там очень много всяких подводных граблей, очень много всяких юзкейсов, очень много всяких технологий. Вот. Мы во все это не успеем, конечно. Но давайте поговорим про бла-бла и про то, как это реализуется на самых примитивных уровнях. Задача в чем? Вот у нас есть наш условный межсетевой экран, маршрутизатор, назовите как хотите. Маршрутизатор. Да? Тут даже не межсетевой экран как такового не будет. У нас есть несколько клиентов. Эти клиенты, каждый устанавливает несколько соединений к каким-то серверам, ну, скажем, TCP-шным для простоты. Как бы нам так сделать, чтобы они, эти клиенты, эти сервера, по-честному разделили трафик? Особенно, когда его на всех не хватает. У нас внутри такой нормальный 10 гигабит, а снаружи у нас какой-то там непонятный, значит, мегабит один. Неважно.
мелкое соединение. Потому что, понятное дело, что если у нас клиент все наливает и наливает пакеты, то да, там с помощью TCP можно несколько его ограничить, но если таких клиентов 10, то есть шанс, что, например, один выжрет весь трафик и никому больше не достанется. Да? Или что, когда они все выжрут трафик, все пакеты просто начнут массово теряться, всем будет плохо. И так далее, и так далее. Вот. Значит, есть немножко всякой документации, которую надо почитать на эту тему, по тому, как управлять трафиком с помощью утилиты TC, Traffic Control, в значит, Linux. Вот, даже есть какой-то перевод на русский, если хотите. Вот. В котором будет как раз упомянуто то, о чем я сейчас расскажу на пальцах. Да, как всегда, очень неплохое место для всяких примерчиков – это арчевики, потому что арчевики там прям реально дофига всякой инфы. Вот. Любят они в это дело и умеют опубликовать нужную инфу. Идея первая. Если вы хотите как-то сделать трафик шейпинг, то есть маршрутизировать не просто по одному пакету, а некоторые потоки, шейп, то бессмысленно перекладывать пакеты по одному. Ну, во-первых, потому что есть вероятность, что вы прямо сейчас этот пакет не можете переложить, потому что все, поток исчерпал свой лимит. Что же его, выбрасывать, что ли? Во-вторых, потому что есть такое понятие, как quality of service. Вот. Ну, типичный пример. У вас есть, условно говоря, ССХ, у которого каждый байтик важен. Вы нажали букву «ы», у вас буква «ы» должна появиться, а для этого она должна сходить сюда, там сгенерироваться, сюда. Или вы скачиваете какой-то файл, там, гигабайтный. Да? Вот. То есть отзывчивость у них может быть разная и так далее. Как следствие, из первого трафик надо буферизовать, то есть определить некоторое место в памяти, куда пакеты будут приниматься, а потом оттуда, в нужном вам порядке, определяемом некоторой дисциплиной, скармливаться дальше в интернет. Да? Вот они накапливаются. И вот. Это еще хорошо тем, что, например, если у вас вот это место в памяти, где вы буферизируете трафик, начнет заканчиваться, вы можете отослать настоящий ECN-пакет отправителю. ECN, помните, Explicit Congestion Equation, да? Что... Придержи коней, у нас тут место заканчивается. То есть оно еще не закончилось, у вас все еще работает, но вы уже шлете ECM, что, мол, это, притормози, не торопись. Вот. В случае, если вы хотите сделать какое-то разделение по quality of service или type of service, есть и такой вариант. Вот. Приоритет, времени задержки, как видите, отдельно. С быстрым раунд-трипом нужны сервисы отдельно, не обязательно. То вы можете придумать еще такую полиси, при котором разные соединения имеют разный приоритет. И, скажем, сначала прокидываются все пакетики из высокоприоритетного соединения, только потом низкоприоритет. Вот. Довольно хороший пример, не знаю, успеем ли мы посмотреть, это Secure Shell. Дело в том, что Secure Shell по умолчанию имеет тип сервиса, этот самый, кажется, 48. Вот, то есть довольно высокоприоритетный. Потому что мы хотим, чтобы... Ну вот. Да ладно. 10.4.0.2. А, у нас нет ключа. А, давайте мы тогда выйдем в интернет. Только не отсюда, а вот отсюда. Так, только у нас тут DNS не работает. Вот, 10.3 вот сюда. Да? Вот, да, значит, speedump
etash 0 минус i порт 22. Да? Вот. Вот у нас TCP-соединение. Я не вижу поля IP-пакета. Наверное, надо что-то еще сказать. Тут только TCP. Я хочу, чтобы IP было. Наверное, минус V надо сказать. Ну-ка, пробуем. О, вот. Видите, type of service 0.48. Если посмотреть на вот сюда вот, да, 0.48, 4, второй бит, приоритет, третий. Вот. Низкая задержка. 8. Да? Значит, type of service SSH-соединение — это низкая задержка, чтобы, ну, по возможности эти пакетики по-быстрому пропускать. Но если мы сделаем вот так вот, то через некоторое время SSH окстится и решит, что ну нафига в таком поливалове делать низкую задержку. И type of service превратится в ноль. О! Это делает прямо на уровне протокола SSH. Если он видит, что у вас тот же самый порт, но огромные, ну, как бы, несопоставимые объемы данных, он просто меняет type of service. Вот такие дела. Это просто в качестве примера, что это действительно работает в real life. Вот. Соответственно, что у нас получается? У нас получается очередь из пакетов, а возможно даже какие-то деревья этих очередей по классам поделенные. Ой, это неправильная ссылка. Ну, там есть какие-то фильтры еще. Вот. Вот. Какие-то фильтры, которые бы по разным причинам классифицировали эти пакеты. То есть к пакету применяется фильтр, и в зависимости от этого фильтра, ну, например, все тот же type of service или еще что-нибудь, фильтр. Вот. Ну и так далее. Сами дисциплины тоже бывают очень разные. Вот. Их тут довольно много. Собственно, это алгоритм, что потом делать с этим, значит, с этим набором пакетов, с этой очередью пакетов или с этими очередями пакетов, друг к другу приконнекшенными, как потом, значит, эти пакеты оттуда вынимать. Да? Дисциплина. Вот. Значит, с этими дисциплинами есть одна проблема, она называется буфер-блот, которая состоит в следующем. Предположим, от вас до вашего абонента есть 10 таких межсетевых экранов, на каждом из которых делается буферизация, а потом дебуферизация, буферизация, дебуферизация. Для того, чтобы что-то поставить в эту очередь, а потом пакет оттуда взять, требуется какое-то время. Предположим, что вы такой не один клиент. Значит, так-то вы посылаете пакет, он просто идет по IP, а так он попадает в чью-то очередь, дальше он там болтается какое-то время, дальше он тут вылезает, попадает в следующую очередь, и так 10 раз. Не увеличится ли задержка вашего пакета раз в 10 при этом? Видимо, да. Вот. Но это такое. Дисциплина по умолчанию, которая всегда применяется в Linux, называется CODEL. Вот. Называется CODEL. Она называется TCFQ-CODEL. Давайте поправлю, а то ведь обидно же. Секунду. Вот. А где там еще было что-то неправильно? А вот фильтры. MAN 8TC. Вот. Да? Если, ну тут, видите, довольно хитрое описание того, как оно работает, то есть в действительности это дисциплина, которая ничего не меняет в вашем понимании того, как работает интернет, в смысле работает TCP/IP-стек, но под капотом там довольно много дополнительных условий, чтобы, значит, сделать эту работу более равномерной. Ну, давайте посмотрим. Козе.
Вот. В чем идея? Идея стоит в том, чтобы, с одной стороны, все-таки делать какое-то по умолчанию равномерное разбрасывание этих пакетов и выбрасывание их в сеть, и, с другой стороны, избежать того самого буферблота. Вот. Например, пакет не может проводить в очереди больше 5 миллисекунд. Вот если он висит в очереди больше 5 миллисекунд, его надо обязательно послать, несмотря ни на что, если против этого нет каких-то веских соображений. Какие могут быть веские соображения? Например, это очень плохая, она поливает гигабайтами. Но если очередь поливает гигабайтами, то, может быть, из нее-то как раз пакеты выбросить, а вось там с той стороны TCP схлопнется, она будет поливать мегабайтами. Вот. Плюс честное распределение по потокам, fair queuing, вот. Плюс ECN в случае, если размер очереди оказался, ну, если очередь заканчивается, плюс RED. Вот. RED – это более тупой алгоритм, который просто выбрасывает, тем больше пакетов выбрасывает из TCP-соединения, чем более оно загружено. Вот. Tail drop. То есть нам нужно, чтобы TCP-соединение стало помедленнее, мы просто берем и часть пакетов из конца его выбрасываем. Пока там ретрансмит, пока тайм-аут, пока схлопывание окна до единички. Ну, тупой алгоритм. Вот. А менее тупой алгоритм – это тот самый посылать ECN, если вдруг у нас в ECN нет. Вот. Понятное дело, что это все нужно делать руками. За вас обычный TCP IP Stack такие вещи не сделает. Да? Это должна делать некоторая дисциплина Traffic Control. Вот эта дисциплина называется FUQ-кодер. Вот. Для нас с вами, особенно для тех из вас, которые в 321 группе будут писать какие-то значит, по сетям, по сетевым технологиям какие-то выпускные работы. Вот. Важна дисциплина, которая называется Network Emulator. Дисциплина Network Emulator. Курсовую по ней пишу. Вот. Дисциплина Network Emulator умеет выбрасывать пакеты, умеет имитировать их порчу, умеет имитировать произвольную задержку и так далее. Вот. Значит, для тех, кто не пишет по ней курсовую, давайте немножко с ней поработаем. Для этого нам нужно... Так, а почему-то я от него отключился. Я не отключился, я вылез из этого самого. Да? Давайте на всякий случай уберем этот самый... Уберем фаервол, точнее, маскарадинг. Вот. Ну что, давайте посмотрим, как работает дисциплина по умолчанию. Ну вот, видите, у нас есть три интерфейса. Интерфейс loopback, на котором не нужно никаких очередей из пакетов, потому что это loopback. И интерфейс ETH1 и интерфейс ETH2 – это на роутере, по каждому из которых по умолчанию работает дисциплина CODEL, который, что там, время ожидания вот такое, а нет, вот это время ожидания 5 миллисекунд, 100 миллисекунд непонятно между чем и чем, 32 мегабайта размер очереди, ECN она умеет, DropBatch она умеет, ну, короче говоря, вот все, о чем мы говорили. Мы можем вместо нее навешать, ну, давайте еще посмотрим статистику по ней. Вот вместе со статистикой, сколько пакетов переслано, ну вот это вот все. Красивая диагностика. Ну и давайте ради интереса, значит, попингаем кого там один. Да? Вот. Обратите внимание на ключик минус F. Это так называемый float ping, который... за одну треть секунды, да? За две трети секунды умудрился налить 1000 пакетов в нашу сеть. Вот. Если посмотреть внимательно, вы увидите там пляшущие такие точечки. Точечка ставится, когда пакет отослан, и удаляется, когда он принят. Ну, разумеется, с этим самым, с учетом, что это делается не сразу.
Ну, то есть, может быть, на каждые 100, я не знаю. Ну вот, а вот давайте теперь намотаем туда какую-нибудь дисциплину, ту самую, по которой вы пушите курсовую. Для начала просто задержку. Итак, TC, Traffic Control, QDisc, дисциплина, Queuing дисциплин, add, навесим на интерфейс ETH1, на самый корень, дисциплину под названием Network Emulator, и в этом Network Emulator просто поставим задержку 400 миллисекунд. Что при этом произойдет? Ну, давайте для начала скажем ему show. Вот, на ETH2 у нас продолжает висеть дисциплина Кодель, на ETH1, поскольку мы на самый корень навесили, мы перенавесили другую дисциплину, она называется не тем. Вот, delay. Вот. Пробуем. Вот эти точечки нарисовались, потому что мы успели отослать некоторое количество пакетов, прежде чем на них начали приходить ответы. Почему? Потому что у каждого пакета теперь в этой сети задержка почти полсекунды. Вот. Скорость пропускная, пропускная способность не изменилась. Обратите внимание, если, если... Где тут скорость? Да, вот. Нет, это задержка. Это задержка. Да? Время, за которое эти тысячу пакетов отправились, примерно такое же. Плюс полсекунды на то, чтобы вот первую задержку. То есть, вот общее время тайм. Pocket loss, потом тайм. Общее время 11 тысяч миллисекунд. Ну, всего лишь в два раза больше, да? Нет, не в два раза, а в 20. 20, а-а-а. Да, логично. Ну вот. А, ну да, потому что мы же на каждый пакет... каждый пакет отсылается с задержки, потом к нему приезжает подтверждение. Понятно, да. Общее время, видите, в, два раза, в 20 раз уменьшилось. Ну, потому что мы сделали задержку большую. Там-то раньше задержка была вот такая. Ноль сколько-то? А теперь она 400. Вот. Вот здесь было 0, а теперь 400. Ну вот. Давайте статистику посмотрим. А так-то все то же самое. Ну, дальше больше. Эта штука умеет имитировать packet loss. Давайте сначала удалим старую. Там можно change сделать. Что? Можно change сделать, но вместо дел сказать CHG или что-нибудь такое, change. 20. Вот после удаления к ней возвращается старая дисциплина, а теперь, скажем, ему вместо delay, что там? Лосс 10%, да? Лосс, да. Жух. Вот это, эти количества точек означают, сколько пакетов у нас не было принято. То есть мы отослали 1000 пакетов, из них, значит, вот. Кстати, обратите внимание, что тут 12% пакет лосс, а не 10%. Это связано с тем, что иногда какие-то другие пакеты терялись, вот, не только от пинга, или наоборот, что вероятность того, что потеряется пакет от пинга, выше. Ну, в общем, эта статистика не всегда стопроцентная. Вот. Возможно, если сделать там миллион пакетов, она будет ближе к 10. Ну, то есть это равномерное распределение, вот это все, да. Да, неравномерное, нормальное распределение. Да, распределение вероятности тоже можно настроить. Ну, это, я смотрю, вы больше меня об этом знаете, поэтому у вас будет, да, у вас будет у остальных будет у кого спросить. Вот. Давайте еще посмотрим статус от него. Ну, в общем, все, да. Значит, вместо... Давайте по вашему предложению сделаем вместо... Просто вместо add change. Угу. А вместо loss сделаем порчу. Вы можете имитировать не просто среду, в которой пакеты пропадают, но еще и delay. Вот. А, минус S, да. Ну вот, вот она, видите, и корабль опять, они не просто пропадают, они доходят, но они доходят испорченные. Вот. Ну, что ж, давайте попробуем.
Видите, оба эффекта. Во-первых, у нас наросли пакеты от того, что они не сразу вернулись, а во-вторых, 5% пакетов оказываются испорченными. Вот это вот все испорченные пакеты. Вот. Ну, все как полагается. Вот. Такая вот штука. С ее помощью очень удобно тестировать всякие большие конгломераты виртуалбоксовых или QEM-ных, в смысле QVM-ных площадок, объединенных друг с другом, потому что вы можете просто поставить соответствующую настройку на сеть и тем самым имитировать, например, медленный канал для того, чтобы понять, как вы, значит, ваша там, не знаю, ваш замер. Ну, самый простой случай, вам нужно потестировать какую-нибудь надежную передачу данных в случае там перегрузки канала. И чем пытаться гонять какие-то терабайты, вы можете просто сильно замедлить сеть и гонять мегабайт. Вот. Ну или, например, потестировать, как будет работать ваш прекрасный протокол на плохой сети. Вот это плохая сеть. Это очень плохая сеть, на самом деле. 10% потерь – это вообще почти не сеть. Вот. Ну вот, у нас заканчивается время. У нас закончилось время. Значит, давайте тогда я прям скажу буквально в двух словах. У нас шейпинга не было, да? Оно закончилось. Причем давно. Хорошо, тогда, значит, поверьте мне на слово, вот тут есть очень простое упражнение на трафик шейпинг, оно тоже работает. Единственное, что надо сказать про шейпинг важное, что бессмысленно шейпить уже принятый трафик. Шейпится только исходящий трафик. Есть юзкейзы, когда шейпится принятый трафик, но они совершенно не это самое. Они совершенно не для обычных людей. Вот. Я вот из головы не выну такой пример, для чего нужно шейпить уже принятый трафик. Во-вторых, самая простая дисциплина состоит в том, что вы сначала складываете весь трафик в ведро, а потом раздаете сообразно выданным билетам. Вот. Ну и там всякая классовая очередь. Ладно, значит, это мы не успели, но в любом случае шейпинг у нас будет в домашнем задании. Вот. Простейший. Вот. Реально. Вот ровно такой. Значит, домашнее задание выстроено следующим образом. Нам нужно объединить и NAT, и traffic shaping. Вот на этой машине мы должны зашейпить вот здесь, вот прямо на выходе, зашепить 10-килобитный трафик, вот, а здесь сделать, во-первых, source NAT DSRV, а во-вторых, в обратную сторону destination NAT, чтобы порт, подключение на порт 1, 2, 3, 4 приходило к машине B, а не к машине A, вот сюда, вот. Собственно, и все. Вот, все это делается путем применения того, что было на лекциях. Если есть вопросы по этой штуке, спрашивайте, но кажется, нам уже пора заканчивать. Вот. В следующий раз у нас, видимо, прикладной протокол какой-нибудь. Интересно, а что же это? Я думаю, что какой-нибудь DNS или что-нибудь такое. Сейчас посмотрим. В следующий раз мы смотрим, как со стороны операционной системы без выхода внутрь прикладного протокола всякие сервисы поднимать. Вот это все. Вас. Всякие системдешки, вот эту вот всю ерунду. А вон еще там вопрос небольшой по домашке. То есть нам, если приходят пакеты с порта 1, 2, 3, 4, мы должны их писать в любую машину? Да. Это как в домашке там в прошлый раз? Да, только там мы это делали руками с помощью соката. А это destination NAT просто. Он же проброс портов на самом деле. Потому что вот то, что в народе называется проброс портов, это просто destination NAT. Мы принимаем соединение на такой-то порт, подменяем IP-адрес на другой и пробрасываем дальше все. Все? Все, спасибо вам большое, что приходите. Мне, правда, очень важно, особенно когда приходит человек, который что-то знает. Это прям вот супер. Вот. Очень важно иметь обратную связь. Все, значит, с некоторым из вас встреча до завтра, а с некоторыми до следующих понедельника.